Как мы уже сообщали по делу Агеева, Осипова, Баскакова, Соболева, Ильина и Желтова, в Московском районном суде города Твери назначено судебное заседание с участием присяжных заседателей. Подсудимый обвиняется в совершении особо тяжких преступлений, убийствах, подстрекательстве к убийствам и организации этих преступлений. О новых преступных эпизодах тверских волков заговорили после резонансного раскрытия убийства Михаила Круга. Все преступления совершались в начале 2000-х. Касаемо новых эпизодов, о чем лицами написаны явки с повинной, это эпизоды по факту убийства предпринимателя, директора магазина в городе Кимры Тверской области, в 2001 году это убийство криминального авторитета в городе Твери в феврале 2002 года. Это убийство предпринимателя в городе Торжок Тверской области в апреле 2002 года. И это убийство еще одного предпринимателя, также связанного с криминалом, который постоянно проживал на территории города Твери и пропал без вести. Его убийство было совершено в Калининском районе Тверской области летом 2002 года. Что касаемо новых сроков, которые могут добавиться к уже имеющимся у членов банды «Тверские волки» Агеева, Осипова и Баскакова, необходимо отметить, что по данному уголовному делу, которое сейчас рассматривается судом по существу, привлекаются в качестве подстрекателей и организаторов убийства лица, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности, и о том, в случае, если они будут признаны судом виновными, о сроках лишения свободы либо условного наказания можно говорить только об этих лицах. Что же касается членов банды «Тверские волки», то они уже осуждены к пожизненному лишению свободы, и какие-то другие сроки, согласно российскому законодательству, им к этому пожизненному лишению свободы не добавится. Мы следим за ходом событий.